Вопросы развития Дальневосточного рыбохозяйственного университета обсудил в Рио губернатор Андрей Тарасенко на встрече с ректором вуза Николаем Зорченко. Отмечено, что сегодня учебные парусники морских вузов страны, в том числе и Дальрыбтузовская Паллада, не имеют возможности совершать дальние плавания. Андрей Тарасенко заявил, что в ближайшее время проработает вопрос об отправке Паллады в учебный рейс в Сочи. Глава региона считает, что такая практика имеет большое значение для профессионального роста будущих моряков. Дальние походы помогают курсантам приобрести необходимые навыки и сформировать правильное отношение к работе на флоте. Также обсудили тему расширения производственной базы университета. Сейчас в Дальрыбтузе разрабатывают проект по созданию фабрики орудий лова. Андрей Тарасенко идею поддержал, отметил, что в Тавричанке подобное предприятие уже существует и рекомендовал ректору наладить с этим учреждением взаимовыгодное сотрудничество.